Хочу сказать, что я участвую уже много лет в этом мероприятии, считаю его чрезвычайно важным с точки зрения обмена, в первую очередь, опытом, новыми достижениями в сфере транспортной безопасности, как в России, так и в том числе оценки мирового опыта. Очень важное мероприятие, и значимость его, конечно, высокая, в первую очередь еще связанная с тем, что это первое мероприятие по безопасности, с которого обычно начинается год. Вот, в феврале это первое мероприятие, а потом еще будет несколько на других площадках, но это первое, которое как бы определяет направление, дальнейшие действия, подводятся итоги прошедшего года. Ну, такое как бы интегральное решаются вопросы, задачи. Думаю, что это очень всем интересно. Обычно очень много участников, интересные доклады. Доклады, связанные в том числе и с техническими решениями, новыми в сфере транспортной безопасности, и с какими-то организационными мероприятиями. В общем-то, я думаю, что все участники получили достаточно много информации, полезной для использования в своей работе. Форум понравился тем, что достаточно хорошая выставка сопутствует конференции, которая проведена была. Она, я бы так сказал, даже очень хорошо вплетена в сами доклады, которые представлены. И люди после докладов или после просмотра выставки могут прослушать, что там было сделано, какие направления новые отмечены. Ну, а по общим направлениям, наверное, форум важен тем, что очень много участников по конкретным видам транспорта. И они достаточно активно обсуждали все вопросы. И идет такое, я бы сказал, активное реформирование законодательства. В последнее время и в последний год это было, причем по всем направлениям, в том числе и в сфере требований к безопасности, и к организации финансирования этих мероприятий со стороны государства и со стороны бизнеса, и к реорганизации системы государственного надзора за обеспечением безопасности. Здесь наиболее существенные изменения как на международных площадках в отношении России, так и внутри у нас. Форум также проводится в преддверии, скорее всего, предстоящей проверки Российской Федерации со стороны международных организаций в следующем году, поэтому это еще задел по подготовке к такой проверке. Я думаю, что много решено вопросов, самых разных, самых актуальных, самых интересных. Мы все люди, все, как бы, конечно, заинтересованы в том, чтобы лучшие из тех, кто работает в этой сфере, поощрялись. Мы как раз эту тему поднимали в том числе и при обсуждении. И когда удается вручить премию лучшим представителям этой отрасли, конечно, это почетно и для нас, для самих, что такие есть в нашей среде, ну и для этих людей, потому что отмечено в нашем таком сообществе, занимающемся транспортной безопасностью, их вклад отмечен, их заслуги, их достижения. В основном это люди очень скромные. Они как бы трезво оценивают свой взнос в безопасность, но в то же время никто эту работу сделать не может, кроме них. И вот это направление транспортной безопасности, оно носит очень ярко выраженный социальный характер. И все это прекрасно понимают, что если мы что-то не доделаем, это всегда отразится потом на наших гражданах и в первую очередь на пассажирах. И здесь нужно работать очень внимательно, аккуратно, тщательно, не сильно нагружая бизнес и в то же время обеспечивая максимальную безопасность для наших граждан.